Хочу рассказать немного о верблюдах. Привезли мы этих верблюдов с пустыни, недалеко от границы с Казахстаном. Блюды у нас двухгорбые. Им примерно 1.5 года, чуть меньше. Первые 2-3 месяца они адаптировались, а после сразу начали набирать вес. Но они предпочитают более грубую пищу. Всякие колючки, ветки с деревьев любят обрывать. Верблюжат они приносят раз в 2 года. Двухгорбые верблюды более крупные, чем одногорбые. Верблюды вообще неприхотливы. Там, где мы их покупали, зимой их совершенно не кормят. В общем, затраты минимальные. А цена у таких верблюдов чуть больше 100 тысяч за голову. Надеюсь, осенью у нас еще появятся верблюды, ведь они себя хорошо зарекомендовали. Но помогал мне в репортаже козел и варюшка. И огурец.